За 6 месяцев текущего года в Заурале зарегистрировано 517 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли более 100 человек и больше 600 получили ранения. Почти все ДТП случились по вине водителей. Основные нарушения – выезд на встречную полосу и несоблюдение очередности проезда перекрестков. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, все больше автомобилистов садятся за руль в нетрезвом виде. В 2014 году сотрудниками ГИБДД задержано более 3000 нарушителей. Практически каждое седьмое ДТП происходит с участием водителя в состоянии опьянения. Стоит отметить, что предупреждение происшествий по вине нетрезвых водителей является одним из приоритетных направлений деятельности госавтоинспекции. В борьбе с этим социально опасным явлением нами используются различные приемы и методы. Говоря о них, я подразумеваю прежде всего организацию и проведение целевых рейдовых мероприятий, специальных оперативно-профилактических мероприятий, ну и, конечно же, активное использование в этой работе возможностей пропаганды. На совещании отметили, 50% детей стали жертвами ДТП по вине родителей, которые часто забывают пристегивать ремнями безопасности свое чадо или вовсе садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и берут вместе с собой ребенка. Мы узнали у курганских пешеходов и автолюбителей, нарушают ли они правила дорожного движения. Некоторые честно признались, что не всегда бдительны на улицах и дорогах города. Бывает, нарушаю. Нет, я стараюсь не нарушать вообще. Естественно, соблюдаю. Ну, например, если пешеход идет, да, ну, я обязан встать. Ну, бывает такое, что не пропускает. Было, что даже так просто я не заметил. Переходить по пешеходному переходу, там соблюдать все правила дорожного движения и стараемся быть... хорошей девочкой. Вот. Всякие же ситуации. Бывает, не ты виноват, другой виноват. Нарушение нарушением – большая разница, понимаете. Если пьяный за рулем, то это преступник просто-напросто. Но мелкие нарушения все равно бывают. Ну и грубость, хамство, конечно, неприемлемо на дорогах. Я не нарушаю, стараюсь не нарушать. Елена Валиева, Никита Мухин, Светлана Пестерева. Информационное агентство «Курган.ру».